Дорогие сограждане, правление Назарбаева привело Казахстан к кризису во всех сферах. Вся госсистема работает только на Назарбаева и его окружение. Любой, кто имеет собственную позицию, преследуется и уничтожается. Свободы слова нет. Везде цензура и пропаганда. Назарбаев присвоил и распродал лучшие заводы и природные ресурсы. За взятки отдал более 40% нефтяных месторождений китайцам. Мы все прекрасно знаем, что коррупция разъела власть. Народ живет на грани нищеты, и страна идет на дно. Поэтому мы должны добиться кардинальных изменений. Это наша ответственность. Мы должны сказать «нет» уничтожению страны. Уважаемые сограждане, мы создаем общегражданское движение «Демократический выбор Казахстана». Я призываю всех граждан объединиться. Давайте вместе изменим наш Казахстан.